Друзья, всем привет, с вами Санек. Ну, такой вот незапланированный у меня видосик, а точнее, наверное, скорее всего, информация для заказчиков нынешних, возможно, даже будущих заказчиков, поэтому, кому не интересно, можете не смотреть его, ничего новенького здесь не узнаете. Ну, а те, кто вот непосредственно имеет со мной дело, в общем, хочу сразу пояснить некоторые моменты, потому что вот там пишут мне, звонят: Саня, когда? Саня, когда? Саня, когда? Саня один не может разорваться на всех, вот. Особенно вот с этими вещами. С полосями, друзья, я завязываю вот эти вот моменты, как проточка, просверливание и запрессовка. Вот есть у меня заказы какие-то, да, оплаченные уже людьми. Вот я их выполню по такому методу укорачивания. Другие подобные заказы с укорачиванием полосей я брать уже, ну, таким методом я брать уже не буду. Я уже большинству отказываю. Это очень долгий и муторный процесс. Теперь я понимаю, почему большинство токарей отказывают людям вот в таком методе укорачивания. Как штучная операция, да, разовая, я согласен, но не массово. Вот здесь вот часть мостов лежит. И там у меня прислали два моста, 5 полосей нужно укоротить. И он уже оплаченный. И мне придется это сделать. И я сделаю. Еще два моста на 90. Также уже оплаченный заказ. Также сделаю, укорочу. Больше я принимать подобные заказы не буду. Они очень оттягивают процесс людям получить вот эти вещи. Вот, как-то так. Потому что человек заказал, оплатил, а 2-3-4 недели он не может получить сцепление, потому что 10 мостов в очереди сразу идет. Вот. А как минимум нужно мост укоротить правильно, да? Потому что есть всякие заказы. Вот на колею 70. Это понятное дело, да? Вот человек пожелал на колею 72. Я их не делаю заранее. На колею 72, на девяточных, друзья, штампах. Здесь уже другой размер. Вот человек пожелал сделать мост ему со смещением редуктора на 6 сантиметров от оси хвостовика. Тоже нужно было все это дело высчитать, вымерять и так далее, тому подобное, изготовить. Здесь тоже мост уже готов на отправку. Запечатываем, отправляем. Запечатываем, отправляем. Запечатываем, запечатываем, запечатываем. Запечатано. Вот, как-то так. Может, даже успею сегодня собрать еще один мост и также его отправить. Вот такие вот дела. Нет, хорошо, что звоните там, спрашиваете там, когда. По срокам, друзья, теперь нынешних я уже сориентировал. Вот. Будущих вообще ничего обещать не буду. В порядке живой очереди. День, два, может месяц. А может два, а может и три. Если нет времени ждать, обратитесь к кому-нибудь другому. Я нисколько не против. И другие, кто занимается этими вещами, будут только рады. Вот, как-то так. Это не претензия, ничего, просто информация для размышления, как бы. Вот. Потому что я не живу здесь в мастерской, да, и сутками я не занимаюсь вот этими вещами. Свободное от работы, от основной работы, в свободное время я изготавливаю, делаю и отправляю вот такие вот деталюхи, запчастюлины. Вот, как-то так.
я думаю, понятно объяснил. Вот такие вот дела. Вот эти все сцепления, кто еще не получил, друзья, у вас везде будут стоять новые подшипники в ступицах, потому что здесь их порядка где-то 10 подшипников мне пришлось заменить. Они были в печальнейшем, в ужаснейшем состоянии. От этого, кстати, друзья, цена не поменялась. Никому я не предъявил о повышении цены, да, за то, что там затратился, докупил новые запчасти. Нет. Я все делаю из БУ. Но если БУ негоже, конечно же, ставлю новое. От этого у меня цена не меняется. Также на некоторых полосях, надо, кстати, заменить еще подшипник, также будут стоять новые подшипники. Меняю на сальники, на редукторах новые ставлю. Ну, соответственно, здесь тоже новые сальники. Вот такие вот, друзья, дела. Сцеплений нет в наличии. Вот на данный момент, на момент выхода видео, комплектующих, друзья, у меня нет. Потому что вот каждый раз звонят, каждый раз пишут. Я уже просто говорю, нет в наличии. Я не объясняю, почему. Потому что много людей еще не получили свои вещи. Пока я их не отправлю, новые заказы не беру. Вот такие вот дела. Я думаю, понятно. Проточка с моей стороны нет. Кому-нибудь другому. Это по мере поступления запчастюлин. Вот как-то так. Ладно, всем пока. Занимаемся. Запечатываем сейчас вот это. Сразу отношу в машину. Вот это. Вон то. Блин, еще балку надо еще одну сделать. Вот как-то так. И 10 мостов. Из них 5 в сборе. Без этого. Еще нужно изготовить. А здесь чулки и полуоси просто. Вот как-то так. Скоро увидимся, друзья.